Ну, сейчас, я не знаю, есть ли среди вас такие уж большие любители фортепиано. Сейчас совершенно неожиданный будет островок фортепиано. Большинство этого артиста знает, я всегда, что называется, «острю» в кавычках, и говорю о том, что у него, так сказать, у всех пианистов, вокалистов очень трудные фамилии, там Кобзон, там Нагамай, потом, так сказать, есть еще всякие сложные. У него тоже не очень легкая фамилия, но вы ее хорошо запоминаете. И вот сейчас все, что, так сказать, он захочет вам рассказать, все, что он захочет вам сыграть, этот лауреат российских и международных музыкальных престижных конкурсов, которого мы знали, он не по уху был. Сейчас вы увидите, как наша молодежь акселерирует, даже не выговорите. Он не только лауреат, он вообще, в общем, увидите, что я вам буду рассказывать. Итак, человек с очень запоминающейся трудной фамилией, Влад Федоров. Шопен, скерцо номер 3. О как! Thank you.
А теперь для вас сыграет студент.